у нас трубку сломало. Пытаемся починить легенду. Легенду японского автопрома. Мы штуцер одели. Попытаемся сейчас развальцевать трубочку модным набором. Если у нас все получится, тогда мы просто съездим, кусочек медной трубочки купим. И все, машина будет в строю. Ну вот, мы в принципе все сделали. Тормозуха у нас не течет. Поставили мы его, такой переходник. Вот в старой трубке просто ее развальцевали. И все. И небольшую вставочку новенькой сделали. Теперь останется только это все аккуратно подогнать. Ну и скажем так, чтобы трубочка не терла кузов автомобиля. И в принципе все готово.